самом деле много предложений. Очень отрадно видеть, что жители региона не остались равнодушными к поправкам в устав. И да, их все предложения, сейчас предложения будут рассмотрены и на свою обоснованность, и то, что посчитают эксперты важными, внесут, соответственно, в устав Ульяновской области. Хочу еще отметить, что вчера состоялось заседание базовой кафедры «Основы российского парламентаризма при законодательном собрании», где были также рассмотрены поправки и предложения. Было внесено очень много предложений. Одно интересное предложение, я думаю, имеющее разумное зерно, это о том, чтобы члены общественной палаты, председатели общественной палаты отчитывались перед избирателями. То есть, возможно, это войдет не в устав, а будет как законодательная инициатива о внесении изменений в федеральный закон.